Всем доброе утро! У меня начинается неделя самостоятельной жизни. Так как эту всю неделю в квартире, кроме меня, не будет никого. Несмотря на то, что я еще не переехала жить отдельно от родителей, у меня уже начинают появляться вещи какого-то вот бытового плана, поэтому я сегодня в этом блоге вам их покажу. И первая вещь — это вот такой дозатор электрический для мыла от компании Simple Way. Вот так он выглядит, ребят, это просто находка. Здесь есть вот такая кнопочка. Если вы на него нажмете, зажигается такая лампочка белая, это значит, что он включен. Подносите руку, и все. Мне кажется, вот этой вот банки ее хватит на несколько месяцев, потому что я уже пользуюсь этим дозатором больше месяца. И смотрите, сколько вот использовала, буквально немножко. Кому интересно, работает этот дозатор на батарейках. Здесь, в общем, вы открываете, вставляете батарейки. Я не знаю, насколько их хватит, потому что вот я уже пользуюсь, как я уже сказала, месяц этим дозатором. И пока что все еще работает. Не знаю, я очень довольна, мне кажется, это офигенная вещь. Но это еще не все, потому что вторая вещь, которая у меня появилась, это помощник по уборке, о котором, мне кажется, мечтают все домохозяйки, потому что когда постоянно скапливается пыль на полу, вот это постоянно летать с веником, со шваброй, но это реально очень сильно уматывает. Кто вот уже живет самостоятельно, и там, я не знаю, дом и вся уборка на вас, я думаю, вы меня поймете, потому что постоянно за всеми не наубираешься, крошки, пыль, это все скапливается, поэтому вот он, ребят, робот. Пылесос. Я просто в восторге от этой вещи. Он тоже у меня уже примерно месяц. Он пришел ко мне вместе с дозатором. И я не знаю, мне кажется, это одна из самых лучших вещей, которые вообще появлялись у меня в квартире. И вы просто не представляете, насколько он помогает нам с уборкой. Перед тем, как запускать этот робот-пылесос, расскажу вам, что у меня за марка, за модель. Это робот-пылесос от Xiaomi, вроде так правильно называется. Но я здесь напишу вам точную модель именно моего пылесоса. Я оставлю вам также ссылочку. Приехал он ко мне с AliExpress. Управляю этим роботом-пылесосом напрямую с моего телефона. Я только что сбила настройки, чтобы показать вам, как это делается. В общем, шаг номер один. Скачать себе приложение, вот это Mi Home. Здесь я нажимаю добавить устройство. Вот мой пылесос. Ну и тут, в общем, вся инструкция, как его, собственно, подключить. Так, нам нужно зажать вот эти две кнопочки. И вот подключить через Wi-Fi. В общем, вот он здесь идет, этот connection. Нужно подождать буквально 2 минутки, и все. В принципе, можно начинать работать. Так, ну что, мое устройство подключено. Вот здесь заряжается. В общем, здесь можно также в приложении выбрать, например, какую комнату вы сейчас будете убирать. Например, я сейчас буду убирать гостиную. Нажимаем далее. Можно также назвать вашего робота так, как вы хотите. Вот у меня вакуумная швабра робот Dream F9. Это, собственно, модель моего робота. Пускай он так и называется. Нажимаем далее. Начало работы. Вот так выглядит приложение. Если я нажму сюда, робот начнет работать. Если я нажимаю здесь, робот возвращается сам автоматически к вот этой станции с зарядкой. Мой робот-пылесос также может делать влажную уборку. И здесь ее тоже можно регулировать. И с этой стороны можно регулировать интенсивность работы. Чем выше интенсивность, конечно же, тем больше он шумит. Здесь мы можем открыть, и у нас есть мусор. Сейчас я его выброшу, вот этот, чтобы коробочка была полностью пустая, и мы увидим результаты до-после. Кстати, небольшой совет. Перед тем, как запускать, собственно, робот-пылесос, убедитесь, что у вас на полу нет каких-то мелких предметов, которые он может засосать. Это и детские всякие игрушки и так далее. Ну что, я запускаю его на уборку и иду делать себе завтрак. Офигеть! До чего техника дошла? Примерно так, ребят, я реагировала на этот робот в первые дни, когда он начинал работать, потому что, не знаю, это очень странно. Все, он начинает работать. Блин, ребят, это очень крутая штука. Кстати, он объезжает стулья, и сейчас, например, вот здесь в приложении он будет сам рисовать карту комнаты, которую он, собственно, чистит. Вот, например, сейчас в приложении вы можете видеть, как он рисует карту этой комнаты. Короче, я иду заниматься своими делами, а робот будет работать. Ну что, нашего робота я выключила, и сейчас я его отправлю его под зарядку. Он должен туда добраться самостоятельно. Для этого я нажимаю вот эту кнопочку. Returning to the dock
to charge. Returning to the dock to charge. Я просто в шоке, если честно, до чего дошла техника. Я знаю, что эти роботы-пылесосы, они существуют уже на рынке несколько лет, но вот у меня он появился только сейчас, и для меня это просто технологии, инновации, и в первую очередь это огромная помощь по дому, потому что он сейчас убрал полностью весь зал, всю пыль. Давайте посмотрим, что там в коробочке. Так, вчера ко мне приходили друзья в квартиру обутые, поэтому по-любому пыли и грязи было достаточно. А нет, не прям так уж и много. Вот это то, что он собрал. Так как я запрограммировала, чтобы он убирал самостоятельно каждый день в 10 часов утра. Есть немного волос, также нужно почистить вот этот задний фильтр, потому что он весь в грязи. Пока что чистить эту коробочку не надо, только тогда, когда она наполняется. Кстати, как только он ко мне пришел, я никак не могла понять, что же будет, когда он бьется об стены или об какие-то другие предметы. Смотрите, эта часть пылесоса, она сделана в таком виде, чтобы вот эта часть, она была на пружинках. То есть, как только вот эта видеокамера видит, что есть какое-то препятствие, он сразу же меняет направление и обходит все то, что нужно обходить, собственно. Ребят, я давно для себя поняла, что чем проще еда, тем, во-первых, у меня чище кожа, тем лучше я себя чувствую в плане пищеварения и в плане вообще жизни, поэтому я больше не заморачиваюсь по поводу каких-то рецептов, каких-то изысканных блюд, но в то же время, чтобы они были там ПП и чтобы я не поправлялась. Поэтому я поехала на прошлой неделе в русский магазин, купила себе пачку гречки, и каждый день мой обед это гречка, мои любимые овощные котлетки из Икеи. Если возле вашего дома есть Икея, я вам советую просто их купить, потому что это must have. Их можно сделать и, например, носить с собой в контейнер на работу, они очень вкусные, сытные. И также у меня помидорки сегодня на обед с огорода моего парня. Он мне их вчера принес, они очень сладкие, вкусные, поэтому просто обожаю. Кстати, по поводу робота и по поводу дозатора для мыла, как я вам уже сказала, они пришли ко мне с AliExpress, ссылки я оставляю внизу в описании, поэтому всегда заглядывайте в инфобокс, там все ссылки на мои социальные сети и на какие-то товары, предметы, которые я показываю вам в видео, которые смогут вас заинтересовать.